В эфире программа «Жанна Кун», и у нас сегодня в гостях солист группы «Project Zenit» Тимур Турисбеков. Тимур Турисбеков, солист группы «Проект Зенит», занимается музыкой в свободное от основной работы время, пишет тексты, играет на гитаре. Тимура отличает хорошее чувство юмора, ритма и самокритика. В казахстанском шоу-бизнесе «Проект Зенит» выделяется качественными и недешевыми клипами. И снова доброе утро, а мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях солист группы «Проект Зенит» Тимур Турисбеков. Доброе утро, Тимур. Доброе утро. Как настроение? Хорошо. Тимур, расскажи, пожалуйста, как у творческого человека начинается утро? Хотелось бы, чтобы оно начиналось как у творческого, а из-за офисной работы приходится как у всех. Офисная работа. Офисная, да. То есть это как это понять? Ну, днем офисный планктон, хожу. Ксерокопирую бумажки, документы, переношу со стола на стол. То есть вот сейчас после студии ты поедешь на работу? Я поэтому так и... Ну вот я как-то и думаю, очень интересно. Интересно, Тимур, а в каком офисе ты сидишь-то? Чем ты, получается, занимаешься параллельно? До этого работал в Нацбанке, а сейчас перешел на другую работу. Считается, что артисты и вообще творческие люди рассеянные, могут себе позволить опаздывать. Получается... Но все эти атрибуты не кормят. Да, и поэтому... Поэтому приходится... У тебя не отсутствует. Да, нет, они... Но оно надо все равно. У нас на одном творчестве, кажется, сильно далеко не уедешь. Творчество ты когда время уделяешь? По ночам? Холодными. Расскажи, пожалуйста, подробнее о своей группе. Кто ее основал? О участниках? Она была в 2012-м основана мной и вот второй парень Иван. Он из Болгарии. Угу. И так мы с ним были вдвоем до вот недавнего времени. Вот недавно еще третьего позвали. Теперь у вас трио. Да. Угу. Ну, мы все друзья, мы давно друг друга знаем. А вы не играете там на живых инструментах? Я играю только, но... Мы слышали, что вы играете на гитаре, по-моему. На уровне так, что записывать. Ага. А исполнять что-либо, выступать. Хотя я вот только один раз... Вживую выступал буквально позавчера. Как вы решили заняться вот музыкой? Как вообще попали в творчество, в музыку? Склонность всегда была к музыке. Mm-hmm. Просто параллельно, когда я учился на магистратуру, я еще учился на звукоинженера. Uh-huh. И так и началось. Потому что в школе так чуть-чуть играл в группе. Uh-huh. А потом, когда уехал, уже группы нет, пришлось uh-huh. уйти вот в компьютер, где можно uh-huh. самому все писать. То есть проект «Зенит» — это больше такое хорошее хобби? Это не основное uh-huh. будет направление по жизни? Отдушин. Ну, если будет доход приносить. А, кстати, приносит? Хоть какой-то? Только душевный. Радуешься? А так пока... Пока никто не предлагал за деньги выступать. Ага. Хорошо, Тимур. Ага. Спасибо большое за такую веселую беседу. Мы к ней вернемся совсем скоро. А пока прервемся на сюжет наших утренних корреспондентов. Друзья, вы смотрите программу «Жанна Кун». И у нас сегодня в гостях Тимур Турисбеков, солист группы «Проект Зенит». Благодаря кому ты сам в итоге захотел начать петь? Ну, в школе были группы, Металлика нравилась. Backstreet Boys? Backstreet Boys тихо нравились. Ну, я, кстати, помню, за 120 тенге «Союз» вот эти сборники я покупал. Их первый альбом на кассетах. А так вся музыка нравится. Любая, где была вложена душа, неважно, она там попса или стиль, если она была сделана с душой, то нравится. Mm-hmm. Тимур, я так понял, вы свои песни пишете сами. Да. Вот. Вообще, есть ли у вас в планах выйти за пределы Казахстана, стать популярным? Не в Казахстане, в Европе, в Америке, там, скажем, в Восточной Азии. Хотелось бы, конечно, но такое пока только в очень смелых мечтах. Внутри существует. Вот как вообще к вашему творчеству относятся родители? Или они хотят, наверное, чтобы вы все-таки работали в банке и забросили свою певческую карьеру? Это каждый родитель хочет, чтобы их ребенок не умер от голода, кажется. Mm-hmm. Но относятся нормально. Иногда так, ничего себе, почему ты не показывал, что вот клипы
у тебя есть. Ну, как-то тихо делаешь, а потом... Ну, хоть сейчас начали верить, что, видеть, что... Ну, что что-то, как бы, что-то в этом что-то есть. Что-то делает, да. Хотя бы, да. Очень интересно, Тимур, а какое утро вы пожелали бы нашим телезрителям? Каждое утро было... Оставалась храбрость преследовать свою мечту или хотя бы то, что нравится делать. Спасибо большое, Тимур, за такую веселую, на самом деле, позитивную беседу. Да, я желаю спасибо. Вам до стен всех благ. Пусть ваша группа развивается, и надеюсь, что действительно в скором времени мы придем на ваш концерт. А мы напоминаем, дорогие телезрители, что в нашей студии был солист группы «Проект Зенит» Тимур Турсбеков. Мы вернемся к вам совсем скоро, не переключайтесь. Доброе утро!